Давай я тебе помогу, давай. Сейчас у ребенка сформируется понимание, кем он будет. Будешь ты поваром или не будешь? Перчатки это самое. Если даже удобно, она в принципе может ручками брать. Ничего страшного нет, это просто мы привыкли положить. Как будешь, с ложкой или ручками брать? Ложечкой или ручками? Ручками удобно тебе будет? Сначала черную. Сначала темный шоколад. Сколько хочешь? Для Алексея побольше. Большое надо. Что, серьезно? Алекс, надо много. Клади прям туда. Сколько хочешь? Давай, ты архитектор, готовь. Вот как ты видишь, так и готовь. Давай белый. Теперь белый, смотри, где белый. Не, вот шоколад. Сначала шоколад вводи. Алис, тяжело? Да. Творческий ходит. Еще. Последний раз. Она же сладкая должна быть. Тебе хватит шоколада? Точно? Давай вот еще сюда вот положи вот так. Давай шоколад, ага. Алиса, ты какой большой гордаешь? Молочный или шоколад? Давай маршмеллоу тебе клади. Самый вкусный. Можешь нарисовать рисунок, сердечко какое-нибудь? Если уж... Выложить тебе можно. Можешь просто положить? Я просто написать Алексей. Представь, что это твоя пицца. Ничего страшного, твой еще. Послать.